Нашла. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. У нее тонкая копия вышла. Она затемнена снизу полностью каким-то черным туманом. И в челюсть у нее что-то вставлено. Хорошо. Будем вытаскивать или там, или поднимать? Все вместе поднимаем. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Юлию в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Юлии поднимайся в комнате диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Юлию. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она кивает, но ей тяжело, у нее конструкция внутри. Хорошо, я даю команду сканеру. Сканер сканирует конструкцию сейчас и отключает ее до 100%, выводя из всех 7 тонких тел Юлии все подключки, все это выходит и зависает перед Юлией на счет 3. 1, 2, 3. Пошло сканирование, сканер сканирует, отключает конструкцию. Конструкция не одна, у нее 2 конструкции, одна как шапка, вот. На голове идет к челюсти и по позвоночнику. Хорошо. И вторая мы сейчас вывели. И я даю команду сканер, после того, как выведет эту конструкцию, отключает и вторую конструкцию, купол над головой, конструкции в челюсти и все сопутствующие подключки. Вместе с энергиями негативными все это выходит и зависает перед Юлей обе конструкции. Пошел процесс. Значит, первая вышла с головы, а вторая у нее по чакрам синхронизирована и отключает ее еще сканер. И даю команду на полную рассинхронизацию. Пошла полная рассинхронизация. Готово. Отлично. Отправляйте конструкции в клетку, тюрьму. 1, 2, 3. Хорошо, Юлия. Сейчас легче вам? Можете говорить? На голову трет, виски. Легче, да. Но у нее еще этот темный дым. И я даю команду на счет 3 силы. Моего намерения весь этот темный дым, все сопутствующие энергии на микронном уровне выходят из биополя Юли. 1, 2, 3. Эта энергия выходит, формируется в шар. Это не энергия, это арахноида сетка. Хорошо, сетка арахноида. В ногах? Но она как сетка, с ног идет до, вот, до челюсти. Ага, хорошо. Сплетение этого. Вышло все? Хватает ей энергии? Вышло. Отлично. Отправляю в клетку, тюрьму. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Юлии под ногами. 360 градусов вокруг нее. Лучником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Юлии. Находит все. Ну, арахноид вышел сразу к своей сетке. Гуманоид. Вот. Под ключкой, которая была сверху, голова, челюсть и позвоночник. Да. Ящер с подключкой под телом. Кто еще? Бес. Все. Какой бес? 8. Хорошо. Нет, 9. 9 герц. Хорошо. Не будем терять времени. Начинаем процедуру чистки. Я даю команду тонкой копии Юлии спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные негативные патогенные низковибрационные энергии в ее биополе. 1, 2, 3. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. И я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной негативной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Юлии, энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Опиши. Но у нее мысли плохие идут, засоренные, я бы сказала, к... Кому? Под ключки гуманоида, шапка, вот это их позвоночник, что идет. А, хорошо, ключка. Вторая дальше. От ящера, значит, здесь боль во всем теле, слабость. Он откачивал энергию со всех чакр. Считай цифры над головой этого паразита. 18, 42. Хорошо. Давай еще раз ящер просканируем. Очень хорошая идея. Снимаются маски. Стоп. Снимаются маски и голограммы. Все в клетке предстают согласно своему эфирному коду ДНК. Ну, значит, ящер, он
С него как оболочка спала. 384-й он. 380... Защита, видимо, у него стоялка. 384-й? Да. Всего? Да. Ящер, ты хочешь, чтобы я тебя сжег сейчас в этой клетке? Владай ему ощутимый удар лазером, сожги все его защиты. Он столько энергии нажрался у него. После удара из него выходит и энергия. Хорошо, отлично, ждем дальше. Как у нас с Рерсом? Сейчас посмотрю. Посмотри. Закончился. Отлично, установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Юлия забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Все, что они похитили, все, что они изъяли, до последней капли возвращает Юлия себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Ну, твоя ящер через конструкцию идет. Радуга. Энергии возвращает. Слушай, паразит, ящер, что ты себе вообще здесь возомнил? Ты кто вообще такой клоун там? Ты пришел убивать человека? Почувствовал безнаказанность? Он отвечает, или я ему сейчас дам 5 миллионов герц и сожгу его? Но он не отвечает, он облизывается. Хорошо, Влад, поставим ему спираль в горло. 1, 2, 3, удар. Спираль стоит. Отлично, хорошо, ждем окончания реверса. Он ее вытащит, пытается. Пусть пытается. Он машет тебе, чтобы ты вытащил у него спираль. Я тебе первый и последний раз говорю, если ты еще раз не ответишь на мой вопрос, ты пожалеешь. Он кивает. Даю команду, значит, три, спираль выходит из горла ящера, возвращается ко мне. Ну зачем она тебе на ней энергия ящера? А, она хорошо. Вышла из него с энергией. Открывая портал в галактической дробь. Уходит на переработку спирали. Закрывая, печатая, растворяя. Не подумал, действительно. Сколько бес находился в этом биополе? 3 года. 3 года. Хорошо. Сколько находился ящер в этом биополе? 8. 8 что? Лет. Гуманоид, откуда ты, во-первых? 1 год и 2 месяца. Он Сириуса. Сириус. Кто ты? Ловец душ? Ловец чего? Экспериментатор. О, ты любишь эксперименты, я тоже люблю. Как у нас с реверсом? А знаешь, он показывает, что у него через эту конструкцию, она через спиной мозг как-то проходила и отсасывала у нее ДНК, костный мозг. Угу. Он вернулся, верно? Да. Хорошо. Реверс закончился. У меня сейчас пару вопросов есть. Без. Сначала выходи, вытаскивай все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью, возвращайся в клетку-тюрьму. Докладываем мне о готовности к проверке. Проверка будет несколько миллионов герц. Если что-то останется, сгоришь. Если хочешь, проверь. Итак, ящер. 8 лет ты находился в биополе. С массивнейшим воздействием. Какова была твоя цель? У тебя есть контракт с ней? Энергии. У тебя жрать не было? Жрать энергии. Жрать энергии. Контракта у тебя нет, да? Нет души. Контракта. То есть ты практически насильно вошел в ее биополе, оккупировал ее, установил свою конструкцию и 8 лет безнаказанно воровал ее энергии. Какие боли ты ей причинял? Значит, он подсказывает, что у него несколько человек с конструкциями, и он посещает то одного, то другого. Угу. Но последние 2 года он усиленно сидит в ней и сойдет энергии. Понятно. Только через нее. Как это воздействие отражалось на ее физическом состоянии? Какие боли ты ей причинял? Слабость. Только слабость? Кто негатив посылал? А, ну это у нас посылал, значит, гуманоид. Ты у нее, значит, забирал полностью все... Слушай, гуманоид, у него... Да. Слово идет мозги, он показывает, то есть он... Мозг в голове, который и спиной мозг. Угу. Костный, вот это все он там работал. Ну хорошо, экспериментатор. Как отщеплял его. Кто тебе давал разрешение на отщепление, гуманоид? Никто. Хорошо, еще и наглый. Юля, вы видите эту ситуацию? Она говорит, даже представить не могла, что такое возможно.
Юлия, вы помните эту боль, которую давал вам именно гуманоид? Вот этот негатив, вы можете ее дефинировать? Вы можете ее ощутить, представить себе? За этот год и два месяца отщепления вашего биоматериала? Она говорит, что там не было как такого боли, были неприятные чувства и была пустота, и все больше и больше становилось пустоты. Вот что он делал. Больше пустоты. Хорошо, сегодня, значит, будем смотреть. А ящер с этой конструкцией? Ну, получается, что гуманоид забирал ДНК из мозгового центра. Да. Угу. А ящер забирал энергию по всем чакрам. Хорошо. Вы хотите их наказать, Юлия? Она говорит, что я пока в себя прийти не могу даже. Ну, хорошо, вы нас уполномочили в любом случае решать эти вопросы. Я сейчас хочу продемонстрировать ящеру и гуманоиду одну очень интересную вещь и потом спросить их реакцию. Я намереваюсь каждому из вас подарить. Сейчас в моей руке появляется живая плазма. 1, 2, 3. И ящер вместе с гуманоидом внимательно смотрят, сканируют. Вот сюда вы пришли. Они говорят, что должно быть другое предложение. Нету других предложений. Нет, вы спрашивали варианты, у вас были, когда вы входили в Юлию оба? Вы спрашивали у нее о вариантах? Может быть, она не хочет, чтобы вы входили? Вошли они оба во сне в разное время. Отлично. Я сейчас пришел на молитвы. Вот, ну это вообще для тебя. Ты любишь ангельскую энергию, ящер, да? В моих руках, убирая плазму живую, входит в меня, в моих руках появляется шар ангельской энергии, 1, 2, 3, и маленькие шарики я бросаю в него. Любишь свет, любишь ангелов, получи прямой поток. Ну, они его отлично, пусть жгут немножко. Ну, я ж маленький поток. Да. Вот такие дела, ящер с гуманоидом. Вот это вас сегодня обоих ожидает. Ящера еще больше ожидает страдания, потому что он подключен к 5 людям. Скольки ты подключен, гуманоид? 8. К 8. 1 к 4, другой к 8. У вас есть один единственный вариант, возможно, к концу этого сеанса. Вы можете попросить меня, чтобы я вас передал в руки межгалактической полиции. Не согласны. Кивает. Хорошо. Значит, придется и это учесть. Итак, бес у нас все убрал, Верочка? Убрал и подмел. И подмел. Молодец. Бес, скажи мне, где лярва находится в биополе? Он руки показывает. У нее с рук лярвы стекают, как бессилие. Это от чего было? Чье воздействие? Его или конструкции? Но он показывает Юлю, что всего этого могло бы и не быть, но она не интересовалась, что у нее внутри происходит. Запустила очень себя сама. С душой не разговаривала со своей. А когда нет связи с душой, там находятся другие хозяева. Да, интересная информация. Хорошо, я тебе за нее отдаю лярвы. Забирай. Ничего не забывай полностью. Он показывает, что ее сейчас очень трудно, потому что у нее запущенное состояние, такое бессилие, без энергии. И вот эта запущенность по рукам стекает у нее. То есть даже руку не может поднять она. Я понял. Хорошо. Ассоциация идет. Это такая. Не проблема, мы все это уберем сегодня. Хорошо, бес, забирай лярвы. Заработал. Забрал. Хорошо. Тебе эмоциональный фантом интересен? А как же. Хорошо, тогда очередь придет, время, я тебе скажу. У ящера и гуманоида я все вытащил, я даю сразу. Тогда команду сканеру, сканер просканирует, сделает контрольную проверку, что-нибудь осталось еще или нет. Осталось, арахноида еще осталось. Ах, я за него совсем забыл. Арахноид, что это за сетка в ногах? Откуда она там взялась? Она не в ногах, она полностью, ее тело до челюсти закрывает, эта сетка, снизу как колбой. Паутина эта сплетена в одном из тел. Желто-оранжевая чакра в двух телах. Аж в двух телах. Понятно. Сколько ты находился в биополе? 5 лет. Арахноид, выходи. Собирай все, что ты оставил. Ничего не забывай.
И после этого проверка будет. Инкубатор у него там. Еще инкубатор установил. А где именно? Потому он и сетку сделал. Ага. Беса, тебе не мешала его сетка? Он же рядом с тобой стоял. Он ниже был. Еще ниже. Первый раз вижу так низко арахноида. Без красной чакры выше арахноид. Наверху гуманоид. Дорога закрыта там. Да, там всем дорога закрыта. И ей самой. Хорошо. Он все вынес. Все вынес. Тогда я включаю внутренний белосвет Юлия 1, 2, 3. И этим светом, Юлия, выдалите себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии на частотах интерферентов и их подключек. 1, 2, 3. Пошел процесс. Выходят эти энергии, формируются в шар перед Юлей. Вышли. Большой шар? Не очень. Открывая портал в галактической дрожь, шар уходит на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Хорошо, даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Хорошо, подхожу к Юле, помогая моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шокового удара и отсечь все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы. Открывая портал в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Выходит эмоциональный фантом Юли и проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую вибрационную эмоциональную энергию, генерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Много вышло у нее. Юлия, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами произвели, негативные? Да, готова. Отлично. Сворачивайте энергии в шар. Бес забираешь? Да. Отправляю бесу. Готова. Хорошо, бес. У меня остался один вопрос. Ты присутствуешь в квартире Юлии? Нет, нет, только в ней. Хорошо. Почему? Потому что, ты понимаешь, если нам придет заказ и чистить квартиру, я не хочу тебя там встретить, тогда все будет нормально. Хорошо, готов уходить? Он говорит, хорошо начали, хорошо закончить, хочу с тобой бодаться, я не буду. Я тоже считаю. Готов уходить. Не надо тратить энергию никому. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1, 2, 3. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатая, растворяясь, это огненную пентаграмму. Готово. Хорошо, арахноид, ты присутствуешь в доме, где живет Юля? Нет, он не присутствует. А потомство присутствует там? Присутствует. Я тебе рекомендую по своим каналам передать твоему потомству, если придет заказ на чистку квартиры Юли, а он придет, я через 10 минут достану все твое потомство и, возможно, даже уничтожу. Если ты не хочешь, чтобы такое случилось, я им рекомендую все собрать, всю паутину, и со своим потомством уйти через порталы, пока они открыты. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Хорошо, готов уходить? Стучит ножками, готов уходить. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатывая, растворяй. Готово. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Приветствую, я на связи. Приветствую тебя, Ли. Посмотри, пожалуйста, у меня гуманоид Сириуса и ящер изъявили добровольное желание сдаться межгалактической полиции. Ящер подключен к 4 душам, гуманоид аж к 8. Массивное воздействие, конструкция находится в клетке, мы все забрали. Она спрашивает, вы их рассинхронизировали? Конструкцию. Благодарю тебя за напоминание. Даю команду на счет 3. Юля рассинхронизируется полностью с конструкцией гуманоида, с гуманоидом, с ящером и его конструкциями. 1, 2, 3. Пошла рассинхронизация до 100%. Также идет рассинхронизация с арахноидом и бесом. Готово. Отлично. Все, мы закончили. Уничтожайте конструкцию. Остальных мы заберем. Хорошо. Открывается под конструкциями портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все конструкции уходят на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Забрали у них. Хорошо. Чисто у нас там, посмотри. Чисто.
Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Если таковое, если было, оно проявляется. Чисто. Она была уверена, там какое-то было магическое воздействие, по-моему, родовое проклятие. Если таковое и есть, ставим маячок, зеленый-красный, зеленый загорается. Если воздействие магическое, родовое. У нее как наручник на руке идет картинка какой-то. Бабушка, которая что-то приговаривает и месит, как тесто месит. Как интересно. Ты видишь этот наручник сейчас? Да, вижу. Вот. Хорошо. Так, Юлия, вы знаете, о чем идет речь? Она говорит, к сожалению, нет. Видимо, мне передалось это. Хорошо, сейчас узнаем. Даю команду. Влад, силой моего намерения этот наручник снимается и идет в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, ставим монитор, так как о событиях идет прошедших лет. Или притянется фантом, что я и не думаю. И выстраивает этих наручников канал, прямой канал к тому тот, кто их установил. 1, 2, 3. Да, будет так, а так и есть. Эта женщина, она спекла из этого теста. Испекла из теста да. Хлеб, пирог круглый такой, как каравай. И что она сделала с этим хлебом? Эта женщина в клетке или где она у нас сейчас? Или нет, картинка идет. Хорошо, картинки притягиваю. Фантом 1, 2, 3. Это 1342 год. Хорошо. Девушку, которую она отравила. Не идет информация, кто она была, Юлия. Хорошо, она отравила девушку какую-то этим хлебом или как это получается? Да, она ей дала поесть. Хорошо. Юлия, вы помните этот эпизод вашей жизни? Прошлой жизни? Она не помнит, она вообще сомневается, что это... Она сомневается? Команда, что показали, зачем, почему все это было. Хорошо, я прошу сейчас на 4, вернее, даю команду на 4, на экране появляется полностью вся ситуация и проигрывается в деталях. 1, 2, 3 со звуком. Юлия внимательно смотрит. Жених у нее был, на коне к ней приезжал. Это девушке длинный сарафан, коса длинная очень. В общем, этот парень нравился соседской девушке. Она подглядывает, подсматривает за ними. Пытается оскорбить Юлю, не Юлю, вернее, девушку эту с косой всегда унизить. Они с парнем жениться собираются. И она находит вот эту женщину, бабушку, которая заказывает... Ритуал. Да, ритуалы отравленные. Получается, она хочет уничтожить ее. Что у нее и получилось, да? У нее получилось, да. И... Парень только с ней этот на коне не остался. И поэтому она прокляла Юлю, что даже после смерти она имеет воздействие. Не Юлю, почему Юля называет эту девушку с косой? Она еще и после смерти прокляла. Она, да, прокляла, потому что даже после смерти ее планы не пошли. Так, как она хотела. Хорошо. Юля, сейчас мы к вам обращаемся. Вы видите это все? Она видит, но кто друг другу, кто не может понять, почему она туда прикована. Запроси. Хорошо, делаем запрос. Пошла информация, почему она прикована этим наручником. Вот эта девушка с косой, она пальцем показывает, и я, это ты. На себя показывает, потом на Юлю. 1342 год. Так девушку с косой отравили, насколько я понимаю. Да, это была Юля на прошлой жизни. После этого было проклятие от вот этой соперницы. Так Юля не эта соперница. Юлю убили? Юлю убили. Девушка с косой в сарафане, она на себя показывает и на Юлю и говорит, я это ты. Понятно. А почему тогда у нее наручник, если ее убили? Потому что она прокляла ее, этим привязала к себе. Хорошо. Этому проклятию. Так, Юля, а как нам сейчас только можем аннулировать это проклятие, если она заберет его назад и аннулирует его сама? Вопрос, к кому обращаться? К ее копии в 1342 году или к ней здесь?
Насколько я понимаю, копия, находящаяся здесь сейчас в комнате диагностики, не совсем осознает эту ситуацию. Нет, да? Она не осознает. Эту девушку, вторую соперницу, ее звали Ирена. Юля должна простить ее. Только так снимется проклятие. Хорошо. Ирена, ты ее видишь на экране? Да, вижу. Хорошо, выстраиваю канал и притягиваю ее фантом. Или тонкую копию. Фантом. Фантом, Ирена, мы приветствуем вас. Я вас называю Ирена, так как вас называли так в 1342 году. Мы сейчас находимся на чистке. У нас находится Юлия, которая имела с вами конфликт в прошлой жизни. Речь идет об отравлении. Вы помните эту ситуацию? Она стоит, как поникшая, голова вниз, она осознает все, и у нее наручник второй, то есть он как прикован к ней. Хорошо, Ирена, вы сейчас воплощены? Вы живете на земле или где-то в другом месте? Она очень медленно что-то показывает, непонятно. Поставим монитор, пусть она транслирует туда мысли. Картинки пошли. В общем, она живет, они еще где-то пересекались в жизни. Она хотела снять это проклятие, но... Хорошо, не Ирена. Они. Ирена, у вас сейчас есть уникальная возможность. Это попросить прощения у Юлии за то, что вы сделали в прошлой жизни, а именно в 1342 году, прокляв ее и убив ее. И эта связь, если Юлия вам простит, а мы очень надеемся, что Юля простит, потому что это и в ее интересах, тогда эти наручники смогут упасть. Вы готовы принести слова, найти слова извинения? Она готова, она не может жить полноценно. Она в другой жизни тоже за ней сталкивалась и ходит за ней. Значит, одно из двух, она должна или получить такой же опыт, или получить чтобы прощение. Осознать, или получить прощение. Так как такой опыт не получен, она прикована к ней как наручниками. Хорошо, Ирена. Сейчас есть единственная возможность. Я обращаюсь к Юле. Юля, вы видите эту ситуацию. Мы можем сейчас расторгнуть это проклятие, которое тянется с 1342 года за вами. Ирена сейчас найдет слова, принесет слова извинения. И мы вас просим подумать и принять эти слова, простив ее. Как Отец наш нас прощает, так и мы должны следовать этому завету. Только после этого мы можем аннулировать эту магию. Вы готовы это сделать? Конечно, готова. Ирена, Юлия слушает вас. Сестра моя, я молю тебя, отпусти мой грех, прости меня. Мой урок это был. Лишив тебя жизни, я наказала себя. Только твое прощение от всей души может избавить меня от этого проклятия. Я стучусь к тебе постоянно, и даже в прошлой жизни была твоей сестрой. Но проклятие, чтобы быть ближе к тебе, но проклятие так и не было снято. Это мой единственный шанс достучаться до тебя. Я прошу прощения, и я осознаю весь свой грех. Убийство. Пусти меня. Дай мне прощение. Вы закончили? Да, я сделала запрос со своей стороны. И я осознаю свою вину. Благодарю вас. Благодарю вас, Ирена. Юлия, вы услышали слова Ирены, где она просила вас о снисхождении и простить ее за тот грех, который она взяла на свою душу, тем самым причинив и вам, и себе эти мучения. Готовы ли вы ей простить? Милая Ирена, наверное, это было больно и обидно в 1342 году, но на сегодняшней жизни я от всей своей души прощаю тебя. Я хочу снять эти оковы с моих рук, этой боли из тебя, из меня. Я прощаю тебя, я прощаю тебя, я прощаю тебя. Да, будет так, а так и есть. Аннулировано.
Я даю команду из этих оков. Возвращаются все родные энергии. Ирэни и Юли. Один, два, три. Пошел процесс. Ну, получается, что Ирэна взяла свою боль, а Юля свое счастье. То, что было, в принципе, у нее украдено. Хорошо, все вернулось к состоянию равновесия. Ирэна, как вы себя чувствуете после аннулирования? Легко. Боль я переживу. Замечательно. С помощью прощения. Оно излечит меня. Конечно. Все будет хорошо. Вы свободны, как и Юля. Больше вас ничего не связывает. И даю на этом месте вам поток ангельских энергий. Пусть он наполнит вас перед тем, как мы отправим вас назад на вашу чистоту. Она плачет. Благодарю. Отлично. Все, Ирэна, тебя светлая душа. Во благо. Большое дело сегодня сделали, освободив вас и Юлю от этого страшного проклятия. Хорошо, буду отпускать вас назад. Всего вам наилучшего в вашем воплощении. И на четыре открываю портал на чистоте фантома Ирэны. Один, два, три. И он уходит на свою чистоту. Закрываю, печатывая, растворяй. Готово. Под наручниками открывая портал в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяй. Есть. Хорошо, Юля, мы решили проблему. Как интересно, благодарю вас. Хорошо, вы чувствуете сразу изменения? Да, оно запястье трет. Замечательно, хорошо, все остальное тоже уберем. Идем дальше. Хорошо, Юля, мы закончили вашу чистку. Был насыщенный сеанс. Как вы себя чувствуете? Я даже не знаю, как это писать. Я купаюсь в своих энергиях, я чувствую вибрации, я вижу цвета. Это настолько великолепно. Я бы хотела продолжать понимать свои энергии и чувствовать их, научиться наполняться ими. Я благодарю вас. Это как будто какая-то дверь открылась, новая для меня. Так и есть. Вы абсолютно правы. Это новая жизнь. Эта дверь сейчас открыта, только вы можете в нее войти, мы ее открыли, вам уже никто не мешает, ничто не мешает, никого больше нет. Только работа над собой, над своей осознанностью, ежедневный сброс негатива, поднятие вибраций и заправка энергиями, цифры мы вам указали, это тоже делается регулярно. Позитивное мышление, никакого негатива, никаких скандалов, никакого стресса по телевизору. Живите положительными эмоциями, все у вас откроется. Это будет огромный мир, который вы даже не представляете, наполненным светом. Хорошо, мы закончили. Будем возвращать вас сейчас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Юлии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.